Привіт всім людям доброї волі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. Ми працюємо в прямому ефірі. І тема нашої сьогоднішньої розмови – 25 років заснування Ради національних товариств. У нас сьогодні в студії голова Ради старішин, голова Миколаївського обласного товариства землячества «Дагестан», заслужений працівник культури України Мурат Джамалович Каймаразов і засновник Миколаївського обласного товариства вірменської культури імені Масроба Маштоца Сергій Рубенович Шамян. Друзі, сьогодні протягом нашого прямого ефіру ми згадаємо, як все починалося, як заснувалась Рада національних товариств. Друзі мої, здравствуйте. Позвольте вас поздравить с этой замечательной датой. 25 лет, как был основан Совет национальных обществ. Мурат Джамалович, Сергей Рубенович, вы стояли у истоков основания этой замечательной организации, которая сегодня выросла, которая сегодня набрала силу, и которая под своим крылом, под своей гостеприимной крышей объединила очень много национальностей нашей области. Да, Мурат Джамалович? Да. Давайте да. Вспомним, как это было. Ну, вы знаете, мы с Сергеем Рубеновичем помним времена, когда был принят закон о национальных меньшинах. Но мы еще больше помним времена, 90-е годы, становления. Мы в разных местах работали. Я работал в то время в народном контроле. Вот. И начали потихоньку создаваться общества. А для чего? Для того, чтобы можно было все-таки, в связи с тем, что Украина стала независимой страной, она дала по конституции право каждому народу на самореализации. Да? И тогда был элемент афории, любви к культуре своего народа. Я помню, в 90-м году, Сергей Рубенович, Расул Гамзатов выступал на съезде интеллигенции Украины, если помнишь, выступление его было. И когда он обращался к интеллигенции, не поверите, у меня пошла слеза. Он с такой любовью говорил о свободной Украине. Сразу же после этого я начал готовить устав общества дагестанской культуры. И вот таким образом начали формироваться наши общественные организации национальных меньшин, потому что появился закон о национальных меньшинах на 92 году. Там четко определено, главная-то ценность была в чем? Объединить свои этнические группы. Вот если он армянин, армянская семья, значит, собрать этих людей. Или дагестанцы мы, дагестанцы, корейцы, болгары и другие. И таким образом постепенно последователи начали проявляться общество. Но тогда, в 92-м году, все были разрушены, мы как бы общались между собой, но не знали, где даже встретиться. Такой вот случай, да ну, нигде не ничего... Не было определенного места для абсолютно встречи. Абсолютно нам никто ничего не давал. Вот в чем-то. Все думали, в игрушки играем. Да, там танцуют они, понимаешь ли, там пусть себе, мол, танцуют. Вы понимаете, сущность-то закона заключалась в другом. А показать этот букет Украины многонациональной. Например, если я не говорю на своем языке, я не имею, честно говоря, права представлять его. Потому что если я не знаю свой родной язык, какое есть у меня вообще-то право говорить, я представляю тот или иной народ или язык. Потому что глубина культуры заключается в языке. В знании родного языка является всегда основой. И дальше все остальное. Вот вкратце, вот у меня на руках находится документ один, очень интересный. Список учредителей Совета национальных обществ Николаевской области. Вот у нас, я вам прочитаю по списку, Гольденберг Михаил Давидович. Это у нас еврейское общество. Точно таким же образом было становление. Лев Васильевич Чингирович, корейский, это был профессор, известный еще ученый, который глубоко уважали корейцы, работая в НКИ, он профессор. Золотухин Анатолий Иванович, до сегодняшнего дня он председатель Пушкинского клуба. И тогда она у нас была, да, как
Русская община, да. Фукс Эммануэль Густавич. Это немецкое общество Видергебурт. Это одна из мощнейших, огромнейших обществ было в тот период времени, потому что Германия максимально оказывала содействие и поддержку в обустройстве немцев, которые находились в Николаевской области, в том числе в селе Катериновке. Почему в программе фестиваля «Дружба»? Они возвращались в Среднюю Азию. Да, они возвращались, Михаил, Сергей Рубинович прав, возвращались со Средней Азии и размещали их где? В вагончиках. Ну, помнишь, да? В вагончиках размещали. Мирзо Евнан. Это у нас ассириец. Ух ты. Да, а у нас, по-моему, несколько человек ассирийцев у нас было. Он известный еще художник. Вот. Дальше Зигангиров Александр Яковлевич, татарин. Вот это Шамян Сергей Рубенович и, конечно, и Каймаразов Султан Мурат Джамалудинович, дагестанского общества. И Сергей Рубенович Шамян, армянского общества. И таким образом мы, собравшись, принимали определенное решение. Вот он, у меня даже есть протокол. Самая интересная вещь. Может быть, вы его покажете, Мурат Джамалович, нашим телезрителям? Ну, это очень старые документы. Я, конечно, да, мог бы показать вот это все. Вот смотрите, вот это вот, вот оно. Вот, посмотрите, телезрители. Вот, дорогие мои, это исторический документ, конечно. Да, я вот в ближайшее время я его отнесу в архив, сдам, конечно, чтобы, когда наши потомки будут интересоваться или знать, чтобы они могли поднять, кто все-таки основывал этот общий, единый процесс, потому что оно все делалось в интересах Украины. Я вот просто хочу прочитать выступление Золотухина. Вот смотрите, выступал Сергей Владимирович. Выступал Золотухин, Мурада Рада знает давно, еще с момента, когда он работал инспектором народного контроля, тут пишется. Тем более наш клуб и ассоциация зеленых, которую я возглавляю, выдвигали его в городской совет народных депутатов. Оно так и было. Я считаю, что необходимо поддержать выступление предыдущих членов Совета об избрании Каймаразова председателем Совета национальных обществ. Но я предлагал кандидатуру Шамяна Сергея Рубеновича. Помнишь? Было такое. А вы чего отказали Сергею Рубеновичу? Но просто он в своем выступлении, я помню, говорит, по-моему, говорит, вот у Мурат есть больше свободного времени, по-моему, так она и была, и Мурат сможет этим заниматься. У нас было обычное, простое, человеческий диалог. Мы не ошиблись. А? Мы не ошиблись. Дай Бог. Мы, конечно, понимаете, на тот период времени на самом деле было очень тяжело. Вот сегодня некоторые думают, да что-то там такое. Нет. Нужно было формировать. Сергей Рубинович, ну поддержи меня. Ну вот расскажи вот эти элементы, моменты хотя бы, да? Да, Сергей Рубинович, вот как вы встретились вообще, как вы собрались вместе за круглым столом и решили создавать Совет национальных товаров? Первоначально каждое общество регистрировалось сам, и после времени Советского Союза вообще не было общественного движения, так и национальных. Не было принято, не было поощрено государством. Но в связи с развалом Советского Союза пока еще, ну, по чуть-чуть начали формироваться. Первым, по-моему, регистрировалось еврейское общество, потом вторым наше общество, потом уже когда было 3-4 общества, там 5 обществ, которые перечислил, ну, тогда уже решили создать Совет национальности. Я вкратце двумя словами скажу, в чем заключалось. В то время шли разные национальные разборки в разных куточках Советского Союза, можно сказать. Шел Карабах, шел армянско-азербайджанское столкновение, в Абхазии грузинско-абхазское столкновение, Югославии. То есть те нации, которые якобы, ну, не знаю, насколько правильно было сказано, которые жили в братстве при Советском Союзе, при коммунистическом строе, начали выходить друг на друга. Значит, на основе чего? Потому что было историческое, вообще существует историческая неприязнь, так сказать, одной нации к другой.
Это идет, когда войны были в 1800-х годах, 1700-х годах. Разные эти. Я знаю, что, например, поляки не любят немцев, персы не любят арабов, армяне с турками не сильно общаются, имеют претензии. И также есть такие несторонние в мире, просто я имею в виду мировой истории. И так и, значит, а чтобы создать в Николаеве, Николаевской области взаимопонимание, что вот эта историческая память, чтобы не всплыло и не вызвало конфликтов, дестабилизации, да? Да. И вот на основе этого, этих мыслей было создано вот Совет национальностей. И в действительности мы подружились, сначала председатели подружились. Мы имели взаимные визиты на их собрания, на их мероприятия. Они к нам, мы к ним. Да. Выступления, вызывающие толерантность, вызывающие уважение. Плюс еще есть такое понятие, что один народ считает себя высшим сортом против другого. Это везде, это не только у нас. Например, в Калифорнии англоязычный считает мексиканца вторым сортом, говорящий по-испански. Ну и в Советском Союзе, я сейчас не хочу называть, ну какая-то нация, в основном титульная нация, думает, что вторая, которая живет при них, она имеет какой-то пониженный статус. Ну это тоже определяется тем, что, допустим, видите, я хорошо разговариваю по-русски, а ты плохо разговариваешь по-русски. Значит, я высший сорт, ты низший сорт. Есть такие отношения, людей было. Глупость несусветная. Да, 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 на быту. И надо было как-то вот этот стереотип поломать как-то. А поломать как? Тем путем, что ты, рассказывая о своей нации, об истории своей нации, о культуре своей нации, доводишь до того человека, который имеет выше поднятую, да, выше поднятую голову, что я такой же, как ты. Угу. Я такой же, как ты, понимаете? Вот, допустим, вот у нас есть Шевченко, вот у вас нету Шевченко. Но у вас да есть. Ты же не знаешь, кто у нас есть. Я это с жизни говорю. Народ гордится своими героями. Да, 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 да. Я даже встречал человека, который имеет даже среднетехническое образование, что говорит, да что вы там иероглифами вы пишете что? Кто, армяне? Да. Ну, сказать, что один из первых букв мира вообще в 1901 году армянские буквы созданы, и тогда еще очень многие северные народы еще не знали, что такое письмо и что такое. В общем, ну, когда рассказываешь все это, у людей появляется интерес и уважение. И будучи в Совете национальности, имея свои заседания, мы инициировали, допустим, выступления в вузах, выступления в школах, выступления, например, у меня было перед учителями, совершенствованием учителей, там есть такие курсы, да, чтобы показать, кто такие армяне, и чем они дышат, и что они несут из глубины веков, понимаете? Я думаю, что вот это все способствовало тому, что у нас фактически, слава Богу, в Николаеве не было этнических стычек. Слава Богу, я думаю, слава что Богу, в этом да. определенная заслуга и да, Совета да. национальных обществ. Мы на всех собраниях, даже на телевидении, даже как-то на телевидении меня спрашивают. Я и азербайджанец, сидим рядом. Мы, как нас пригласили, человек 15, помнишь, в этой же студии. Кабир Талибович. Да, да, я и азербайджанец, сидим рядом. Почти каждый раз сидим рядом. Да, и ведущий спрашивает, говорит, это вы специально сели, говорит, или так? Да, говорю, мы дружим, мы нормально относимся друг к другу, в гости ходим, на свадьбу приглашаем. Да, вот с самого начала мы создали такое отношение, что в 90-х годах, когда еще шли вот такие широкие разборки. И вот дошли до сегодняшнего дня, то так что
мира и согласия, так сказать. Ну, вы очень справедливо заметили, что сначала подружились председатели общества, и благодаря этому, своему авторитету и силе, они начали распространять эту межнациональную культуру уже повсюду. Что самое интересное, ты кто по профессии? Я математик. Математик. Человек, получивший глубочайшее образование. Ты же преподавателем в институте работал, да? Я говорю об интеллекте. Почему? Потому что и сообщество выбирали всегда человека взвешенного, разумного, с образованием. Понимаете, это очень важный элемент играет, потому что человек, получивший такой путь исторический, да? Я вот помню Сергея Рубеновича в свое время, он отдал все практически собственное здоровье силой, чтобы можно было построить храм. Сегодня вы видите, когда мы едем по проспекту, уникальнейшее архитектурное сооружение. По Богоявленскому проспекту. И что самое интересное, технадзором у него был, вот почему он заговорил относительно дружбы председателей, Мурат Джамалович Каймаразов. Он искал, говорит, Мурат, говорит, нам строитель нужен, говорит, ты как раз у тебя профессия строителя, там требуют документы. Я говорю, какие проблемы, говорю. То есть, вот этот элемент взаимоотношения моего и его. Мусульмане поддерживают строительство армянской, то есть христианской церкви. Понимаете? Вы уже сейчас говорили о том, что и для чего был создан Совет национальных обществ. Да, да, да. Вот самая, одна из самых. А, кстати, я хотел, показать. Вот наш дорогой Сергей Рубенович. Вы видите, да? Ай, красавец. Сергей Рубенович. Черненькие волосы. Да. Потом вот еще вот у нас одна фотография вот у нас. Как раз здесь Пилюки Тревлянна, грузинка. Сергей Рубенович. Это на новогодней встрече у нас. Мы проводили, помните, да? Как мы встречали все со своими активами, в Новый год праздновали. И кухню представляли, да, и национальная кухня, и все. Это действительно это были уникальнейшие времена. Вот я еще хочу несколько фотографий показать здесь. Вот тоже у нас вот идут фотографии. Вот, вот вы видите Белоусова Тамара Николаевна, наша русская община, и Селянская Лизита Гасина, польская. Это... Вот. Потом вот я хотел, честно говоря, показать наших корейцев. И... Покажите, Мурат Джамалович. Вот смотрите, это наши корейцы. Ой, какие корейцы. Корейская община. Посмотрите, Людмила Сергеевна, председатель корейской общины. Какие лебеди окружили. Да, да. А вот я хочу показать другое. А вот это вот уже, это встреча со студенческой аудиторией в Терновке, Болгары. И тут же рядом вы видите, вот находится Дыма Евгений, председатель болгарской общины Христоботева. И тут же рядом преподаватели, и вокруг вот эти студенты. А вот картины, которые мы там с вами сегодня видим, это картины Зыряновой Валентины Анастасьевны, ей уже, по-моему, уже 80 с лишним лет. Мы постоянно искали именно вот таких вот творческих людей с определенной историей, коренных, конкретных, например. Я помню время, Сергей Рубенович, когда не было у нас греческой общины, я обегал почти весь город, искал греков, коренных греков, конкретных греков, которые говорят на греческом языке, которые свою культуру сохраняют. Мы нашли, собрали где-то около 20 человек. Все-таки нашли, да? Да. Ну, бросили я... клич и нашли. Да, а потом Маврокордата Александра Васильевна у нас... И фамилия греческая у нас она была, все, и они попросили ее, чтобы она возглавила. Вот таким образом, очень много интересных программ тогда, в тот период проводили. И самое интересное, я смотрю протоколы, и там написано в учредительном протоколе, Каймаразов Султан Мурат Джамаладинович, учредитель греческой общины. То есть это тоже своего рода история была те времена. Еще второе, Сергей Рубенович, помните, мы вот провели первую научно-практическую конференцию «Причины этнических конфликтов, терроризм и способы их предупреждения». Ух ты. Именно как раз тот момент, когда были вот эти конфликтные процессы, вот, то, что было, и война в Чечне, помните, была, и Карабах, и конфликты. Наша задача была среди студенческой аудитории провести
большую научно-практическую конференцию. Мы его провели под патронатом мэра нашего города Владимира Дмитриевича Чайки. То есть мы поняли самую простую вещь. Надо доносить до молодежи, до нового поколения толерантную информацию. А через что это можно делать? Через прессу, через средства массовой информации, через программы. И при этом выпускают целый ряд литературы. Вот смотрите сейчас, обратите, пожалуйста, да, внимание. Зрители, посмотрите на столике, сколько... На столе сегодня лежат... Мы получили сертификат Организации Объединенных Наций. То есть мы проходили специальное обучение в Киеве. Сертификат Европы. Обратите внимание, мы... А вот еще рядом, да, сейчас... А вот, вот здесь вот рядом, вот здесь, да, вот рядом находится... Книга на армянском языке, Юрета Хачатурян, это как раз одна из тех, она учительница армянского языка, которую нам и Совет национальности как раз помог открыть школу, помните, да, 45-й школе вместе с армянами мы открыли эту школу. То есть у нас был коллективный девиз. И самое удивительное, власть никогда не вмешивалась в наши дела. Мы сами... Если вдруг надо было идти к власти, мы ходили и говорили, что есть вот такие у нас проблемы, нам нужна уже ваша помощь. Видя общую ситуацию нашей работы, тогда власть начала поддерживать и помогать. Уже с 1998 года наши программы, мы составляли программы, мы обсуждали, есть протоколы, и представляли перед областными депутатами для того, чтобы эта программа реально поддерживалась государством. До настоящего времени. Вот у меня сегодня... Областная, целевая, национальная культурная программа. Здесь много самых различных программ для самых различных этнических групп Николаевщины. Конечно, не всегда может власть достаточно 100% оказать поддержку. Но плюс государства заключается в том, что руководство законом о национальных меньшинах, они всесторонне оказывают поддержку для того, чтобы система, находящаяся на Николаевщине, она работала. Не было конфликтных процессов. Мы были свидетелями фестиваля «Дружба», который вы видели. Который вот закончился несколько дней назад. Да. Это был элемент демонстрации многонациональной Николаевщины. То есть мы достигли определенного своего уровня, своих знаний, в своем развитии. Вот еще обратите внимание, например, вот книга у нас есть вот. Европейская хартия региональных мов. То есть Украина подписала Европейскую хартию. Раз она подписала, соответственно, мы должны ими руководствоваться. А вот рядом же Миколаївщина багатонаціональна. Это книга многолетней работы. Конечно. Многолетнего исследования наших представителей, ученых Николаївщини, в том числе и национально-культурных обществ. И сегодня вот эту книгу читаю, многие говорят, это бесценная книга, потому что ее нету нигде. Мы раздали, конечно, во все библиотеки, мы проводили большущую презентацию этой литературы. Но это та книга информационная для, вот как Сергей Рубенович сказал, как можно больше говорить нужно о многонациональной нашей территории, о ее внутренней культуре. Ну, наверное, в других регионах нет таких книг, нету, да? Нету, нету. Удивлению нашему нету, да. Мы уникальны в этом отношении, да. Николаевский регион. И что я хотел сказать насчет о том, что... Организации вот... есть, но они такие мобильные. Да, нет, организации, конечно, есть в каждой области, но я или обратите... по такому масштабу и такой силе и мощи, наверное... А потому что есть взаимная связь депутатского корпуса и общественности. Потому что в депутатском корпусе тоже наши представители, которые всесторонне оказывают помощь и поддержку в развитии национальной культуры. Это очень важно, потому что, будучи, например, в армянском обществе, там, в дагестанском обществе или в других обществах, уже будучи депутатом, он уже может на комиссии сказать, эффективно это или нет. Вот вы знаете Иванова, да, Надежда Иванова. Как ни посмотришь, она постоянно помогает в работе национально-культурных обществ. Или Гимаев Хасан, или братья Седриддиновы, депутаты областного совета, которые очень тоже глубоко знают принципы работы общественных движений. Вот книга недавно вышла, например, «Мова рідна, слово рідна». Что это за книга? Это альманах.
Где есть, например, если там открыт, Сергей Рубенович, на армянском языке, на польском языке, с переводом на украинском. Собраны все языки, друзья мои. Да. У нас время, видите, нашего эфира, к сожалению, ограничено, но все-таки сегодня мы вспоминаем, как был основан этот Совет национальных обществ. И огромная заслуга ваша, потому что, как говорят, мужчина должен посадить дерево, построить дом, родить ребенка, но еще мужчина должен сделать такое дело, которое будет жить в веках. И мне кажется, что вы это дело сделали, и оно продолжает жить. И поэтому у нас есть буквально несколько секунд для того, чтобы каждому из вас слово. Сергей Рубенович, будьте добры к нашим телезрителям. Телезрителям прошу, чтобы они были толерантны ко всем национальным мужчинам, которые живут на Николаевщине. Многие из них не от хорошей судьбы попали в Николаев. И надо их понять и любить. Понять и любить. Как вы здорово сказали. Мурат Джамалович, все, времени уже совсем нет. Поэтому да, еще, я хочу меньше. Просто попросить всех людей, никогда не идите на провокации. Сохраняйте мир, потому что это самая ценная вещь. Потому что война ничего нехорошего в жизни не приносит никому. Это правда. Друзья мои, спасибо вам большое. Дорогие телезрители, сегодня мы говорили о том, как основывался Совет национальных обществ Николаевской области. И, как видите, он основан, он продолжает жить. И дай Бог, чтобы жил, жил и жил. Чего и вам, дорогие телезрители, желает. Будьте мирны, будьте дружелюбны и будьте радостны. Це була розмова на тему. На все добре. Да, спасибо.